И всем привет, это вторая серия, так называемая по Fall Guys. Ну что, мы сразу же стартуем? Да, поехали. Пока что мы с Мишей, у нас появились такие шапки. Кто не видел, смотрите где. Правильно, в предыдущей серии. А сейчас новые забеги, новые карты. Все по-новому. Собака. Моя собака. Легла неудобно и мешала. Ля какая. Ну что, ой-ой-ой, что сейчас будет? Мы с тобой стоим параллельно друг другу. Но у тебя преимущество, потому что на тебя наклон. Ля! Болсы! СБТ! Я дышу тебе в спину. А что такое? А есть ускорение? Нормально. Я все. Так. Я прошел. Но не игру пока. Ой-ой-ой. Так, вентиль прошел. Ля, буст! Буст! Я прошел! Первый или второй? Прошел. Хорош, ты третий. Ну, все понятно, это наш. Очень. А, там вижу, четыре можно. Четыре человека смотрят, слышь? За кем? Твич. О-о-о. Это уже успехи. Ну-ка, накидайте-ка комментариев или донатиков на К. Донат переводить по номеру телефона 8. Ладно, не будем забирать популярность. Вы всегда найдете на Ютубе Бакшиш ТВ. А вот и раунд. Левин, топ 20%. Левин подписался. Ну это же Левин, ёпты. Да, он, кстати, на Твиче так же. Левин написал, денег нет. Если хочешь денег, GG дроп. Крути и выводи скины. Так, мы тоже не были, да, на этой? У нас вообще не. Все карты в первый раз попадаются для нас. Ну здесь кататься надо. А как кататься? Я не знаю, как кататься. Ты знаешь, как кататься? Конечно, сейчас узнаем. Как? Я думаю, понял. Просто бежишь вперед и ты туда. Не, я думаю, на кнопку на какой-то надо ездить. Лучше. Да не. А, на Ctrl. А чё ты не предупредил? Ай, в мышь, да, сыграл? Не, у меня не на Ctrl. А на какую? На правую кнопку мыши. Опа! Я пишел. А, нельзя сокращать. Понял. Я не понял сначала, потом как. Понял. Хорош, хорош, хорош. Я лечу, лечу. Я вылетел. Я вылетел. На помойку. Я стрейфлюсь тут что-то. Тут какой-то туалет. Опа, я прошел. Опять упал. Бакшиш ТВ прошел. Давай, смотрю за тобой. Давай налево. Опа. Вон, видишь, стрелочки, на стрелочке, на стрелочке. А, ну все. Все, габело. Ну, последи-ка ты за мной, так сказать. А я пошел дальше. Ну, что-то это у тебя зачервили в тебе. Ну, прям конкретно.
Так я вылетел на этой стрелочке. Я на этой стрелочке и вылетел. Да. А я наоборот по стрелочкам прям жоу. Как гонщик Макларен. Если есть такой гонщик. Ну как Спиди. Опа. Спиди Формула 1. Осуждаю, если что. 3, 2, 1, go! Опа, пока вообще. Так, все пока идет хорошо. Сейчас шары тьмы. Опа, прохожу. Нет, нормально. Опа! А чё делать-то? Прыгать. Давай, хорош. Ну как бы. Ты чё, сомневаешься? Пэм-пэм-пэм, на вылет! Ну, как говорится, куда? На помоечку или в таверну. Хоть бы не кольца. Ура. Что-то еще интереснее. Оставайтесь на вершине. Сейчас будешь бегать, наверное. Вот за корону. Ну, я уже как бы второй раз за корону. Давай. Что делать? Тебе надо оставаться на вершине. Я понял. Я не знал, что это последний уровень. Ну ладно, но это как бы была пробная. Ну что, выходим? Да, конечно. Но пока не везет, червят. Ну ничего страшного. О, штаны доступны. А где мои штаны? А мне штанов не дали. А как так? А где забрать штаны? А мне тоже не дали, слышь? А чё-то червят, ну ладно. Тогда go next. Штаны где мы? Все, без штанов. Опять голожопый. Получается так. Получается, следуй за шаром. Над моей головой. Потому что будешь сзади. Опа. Ну чё, будем изучать, что за мэйп? Стой, я прям здесь вылечу на первом. Я вообще не знаю, что делать. Ну, я понимаю, что мчитесь к финишу, вот что надо делать. Через эту проходишь, тебя банят, короче. Нет, ля, я перепрыгну. Так, я прошел. Ах, мне прям поебали. Понял. Дальше сложнее.
Нормально, нормально. Сюда победу. А куда дальше? А, нет, туда не надо. Деда. Или надо? Надо, туда идут типы. Я... Меня тут как... кашпыняют. Все, я вылетел. Или нет? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нет, дебуст. И я куда-то прошел. Я топ-2. Или топ-1, не знаю. Так, Мишань, давай, я тут профессионал. Вот тут сейчас молись и приди вперед, красава. Вот вставай на угол, вот левый или правый. Вот тебе надо вот так тут, и ты наверх прям попадешь. На угол, на угол, на угол. Опа! Тренер, тренер, тренер. Заслуженный. Сюда. Сюда топ-4, Мишаня. Ля, коня держит. Коня не удержит. Ну-ка, что там челики где застыли? Так, я за петухом слежу. Как говорится, что у петуха... А эта движуха будет, пока 25 человек не пройдут? Да. Во-во-во. То есть сейчас еще полчаса можно посидеть. Ну ладно, челики проходят, что у петуха не получается, но я за него болею. Опа, хорош петух. Пишу. Ай-яй-яй. Ну прям за петуха очень болею. Давай, 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 петушина. Ну, ай, ну какой же ты. Ты смотришь за петухом, нашел петуха? Да, да, да. А, не, вон, видишь, время, все. Чепырка прошла только. Так это ж вообще нас мало остается. Нас вообще мало остается. Лучший. Опа, что за молодой человек к нам присоединился? Опа. Но тут пожестче КС-ки мы нашли игру на скилл. Чего? Игруха пожестче, чем Counter-Strike Global Offensive. Где скиллуха прям нужна. А что за игруха? Тут опять носороги, Сань. На Twitch зайдешь, посмотришь. Да я вижу, что носороги. Ссылка в WhatsApp. Заходи на Twitch, смотри. Это сложно. Не-не-не, не надо за мной, не надо за мной. Ребят, 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 ну вы это... Минут нам надо продержаться. Опа-опа-опа. Опа, на Мишу забайтил. Ушел. Ухожу, ухожу, ухожу. Все, 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 все. Опа, нормально. Нормально. Опачки. Байчу на Мишу. Чуть-чуть не туда. Нормально. Я пока изи вообще их мансю. Вообще ни о чем. Ну, либо они как в кайске стрейфлюсь. Я чуть не умер. Слейте. Видел. Опа, вылетают люди. 10 секунд, победные. 5. Не-не-не, мужики, 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 ну вы быкуете. Быкуете вдвоем, быки. Я прошел. Я тоже быков прошел. Они прям вдвоем меня зажали, прикинь. Как начинают куканить. Ну я им скажу, не, ребят, ребят, не погоди. Опачки. Не, ну слышь, надо как угодно этого попустить. Нужно кто-то из нас попустить. Ой, это оставаться на вершине. А, тонкий лед, это вообще другая какая тема. Ой, хана. Короче, я буду этому руинить. Это как я до этого играл, помнишь карту, где под тобой проваливается? Сколько тут? 3 слоя? 4? 4. Все, я этому пошел руинить. Чтоб ты победил.
Я упал случайно. Ну все, все, надо же на тебя. Смотри, как он делает, он прыгает. Вот одна ломается, он ждет и прыгает. Так шмыгает, шмыгает, а он прыгает. Опа! Да у вас там еще 4 уровня, если можно, да, бегать. Вы, наверное, это еще на полчаса зависнете. Так, бегай ему, руи. А где это шмыга? А, вон он. Смотри, видишь, он типа как делает? И ты ему вперед отбеги, руины, где он бегает. Я просто управление. Все, я так же. Отбежал. Нормально. Ну ладно. Топ-2 и топ-3. Заслуженно у тебя топ-2. Пропустить. Так, ну-ка миллион левелов сюда. А что-то мало дали. 693 всего. Такая же тема. Так, ну go next сразу. Что-то на финал нас не хватило. Да этот ты по-любому уже играл. У Михаила. Этот, ну конечно. Трил, у него тактика, он там прыгает, ждет, пока разрушаться начнет. Это мы как эти дебики с тобой. Ну это, как говорится, все что? Фигня. Будет и победа. Так, что это такое? Мы опять тут не были с тобой. Ну, господи, сколько там этих карт? Хлопающиеся двери. Понял, Миш? Да. Та, маленькая карта. Ну, я думаю, неспроста она маленькая. Нормально все будет делать. Опа, умом. Меня переиграли. Опа, бустанулся. Так, слушай, ну я что-то там этот, туда-сюда и двигаюсь. Заговнило меня, что... Вот это катающийся. Так, нормально. Опа, я прошел. Ну как бы что? Что сказать? Что сказать? Ничего сказать. Все прошло на скилле. Тип пишет на Твиче коммент. Голос, я с тобой. Ты давай играй. Прыгай. Ну куда ты? В центральную. Вот или в правую. А ты не сможешь. Все. Все. Ну напиши ему гол. Почему нет-то? Это зрители наши, так сказать, сюда, в копилочку. Ну, сейчас Бахлиш пройдет быстро, заберет корону свою, так сказать, на YouTube выложит это все дело. И так, ну все, популярность пойдет вверх. Спринтер, спринт. Правильно? Правильно. В эту карту играли 16,8 миллионов раз. А сколько раз ты отжимаешься? От пола толкаешь, а? Ну ладно, надо смотреть, что это за карта. Такая новая, интересная. Я ливну, типа, я добавлю этого сейчас. Я все равно да давай, конечно, погиб. Ну мы-то как, говорится, что? Мы на победу. Опа, пришел я один. Тут такие, конечно, тэпочки. Интересные прям. Опа, мансы. Куда дальше, я не знаю. Господи, помоги. Пойду вот сюда. По центру, как мужчина на яйцах. Опа! Зря я туда пошел. Понял. Так, тут шалтай-болтай проход. Прошли. Опа! Так, все нормально. Дальше бежи. Нет, все. Нет, не все. Сдаются только. Слабые, а мы сильные. Как
говорится, мы кто? И с нами кто? Он не запрыгивает! Червит! В прямом эфире. Ну все, мы прошли дальше. Да он очень червил, не запрыгивал на эту штуку. Как бы у кого так же, оставляете... Что? Комментарий. Шокер 7651. Но это не мой ник. Если что, бакшиш ТВ. Смотрите на YouTube. Миш, финал. Все. Ну хорошо, я парнишку. Корона уже на голове почти. О, тип подключился. Нифига, он походу мощный, слышь. У него столько шмоток. Слышь, ну он не как я мощный, наверное, по-любому. Но он с Xbox играет на... в этой херне. Ну и чё? Здорово. 500... Ой, я все. Все так. Я тоже играл на этой карте. Миша, помоги. Миша, я все. Нет, не все, Миша. Ну нормально, гол нафиг у нас есть третий. Да я сражаюсь как волк. Ясно тебе? Сейчас корону уйду отсюда, потом поговоришь. Будешь меня Елизавета звать, потому что я буду с короной. Кстати, царствие небесное. Асу. Асу, 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 асу. Так, один выбыл. Вы были 6 из 9. Ну ты представляешь, я в тройке лучше. Ай-яй, не начервить бы. Миша, я все, Миш. Ну и ладно, давай. Залетай, у нас третий есть. Xbox, пацан, херак. Меня обоссали. Но я был, это, там двое осталось после меня. Опа, это шляпа Мурлка, если то это все. Я не могу скипнуть эту штучку. Тут всякие делюги. Бинусы дают. Что делать? Где? Ну где? А как? А где? Ну где? Мне там тирекси какого-то дали. Короче, скамят опять. Ну чё, погнали? Да-да-да, гоу, давай, тебя ждем. Ну я просто сражался. Кстати, можешь в описании стрима назвать «Играем с этими». С фолловерами или с людьми из чата. Да ладно, чё, вот парень написал, гоу, я с вами. Надо, ну, знать, без проблем. Ты его назвал. Не, ну можешь написать это как кликбейт. В скобочках тебе на заметочку. Заметковчика. Так этот парень-то наш еще попадет на легендарный YouTube-канал Бакшиш ТВ. Где он будет в главной роли. Ну, почти. У меня, по-моему, почки отказывают. А мы на этой тоже не играли, да? По-моему, нет. Ну ладно, я вперед пойду. Нет, играли, играли. Да? Я же не помню. Нет, точно не играли. Играли, играли, да? Играли, да. Ну а что, смотри, какой лев. Первый идет. Опа, да, тут червили мне эти, я помню. Вот эти вот молота. Ну чё, он первый. А мы, так сказать, не отстаем. Я второй. Ну-ка, ну стримлер, ну что ты? Ну что ты? Опа. Или без донатика не можешь. Вот этот, вот эта фигня меня червила просто. Без доната вообще плохо идет. Ну ты мне на карту приводи сразу. Слышь, тебе надо постараться сейчас. Опа, хорош. Пишов.
Все, молодцом. Молодцом. Ты в топ-20 лучших. Да ты красавчик вообще у нас. Я видел, что ты первый. Ты как лев вообще прошел, непонятно. Давай, конечно, попробуем до финала дойти. Я надеюсь, у нас у всех все получится, мы дойдем до финала. Ты, если что, следи за трансляциями, мы всегда будем играть с нашими зрителями. Так, душевное равновесие. А, ну мы тут играли. Мы просто эту игру сегодня запустили первый раз. Это для того, чтобы ты понимал. Ну ты давай, мы, если что, будем следить за тобой, как ты дойдешь. Надеюсь, чтобы корона была тоже твоей. Для тех, кто на видео не понимает, если что, человек в чате Твича с нами общается. И как бы мы общаемся со всеми нашими людьми. А еще надо не это, не отвлекаться и играть в игру, и выигрывать. Тихо. Я прошел. Тоже. Как бы, ну, изи, как говорится. Не, ну мы что, слабые, что ли? Мы что, ни разу до финала не доходили. У меня уже четвертый финал за 5 каток. Ой-ой-ой, а что делать? Охота. Ну все. Охота. Да, всем привет, кто приходит на трансляцию. У нас все хорошо. Как у вас дела? Рассказывайте. Да, Миш, там спрашивают у тебя еще, можно ли опять с нами? Да, я отвечаю, у меня просто Twitch на другую кнопку. Опа. Понял. А что делать? Что делать? Оставайтесь в центре света. А, ну это я умею. А как туда пройти? Меня забанили. Время на зоне, Миш пишет. Осуждаю, если что. Не поддерживаю. Время на зоне. Максимально. Не, ну вот сейчас зачервила зона. Я что-то завафлил. Прикинь. Я прошел. Я прошел. Да. Тоже? Я вроде тоже. Красава. Не, а что наблюдайте, мы все прошли. А? Не все. Стримлер, значит, у нас будет смотреть за нами. Ну, опа, вот сейчас нам покажут мастер-класс, как надо играть. Так что, Миш, я когда вылечу, смотрим за нашим дорогим другом. И он покажет нам изи. Изи корону, как говорится, которую мы все с тобой хотим получить. Вон, видишь, фиолетовый слева, это я стою. Не такой большой, вон впереди. Господи, помоги, пожалуйста, победить. Червят, бег. Все, я насмотрелся на проф. Я все. Опа. Наш победитель в золотой шляпе. Опа. Ничего себе, что он делает, этот лев. Держи. Ха, лучший, просто лучший. Ну вот, как говорится, лучший, просто красавчик. Вот это наши зрители, вот они такие вот. Опа, и корона всегда у них. Какой молодец. Не, ну там прям вообще на тактике, на опыте он нам показал, как надо играть.
Ну что, Миш, там еще один парень просился с нами. Ну вот, Артем 3415 прислал свой ник. Если что, Миш, добавляй его. Пусть он тоже с нами пойдет. Ну, сейчас вот Шокер был молодец. Он еще так схватил, главное, этого последнего, держал его, чтобы выхватить победу. И тому не было куда уже прыгать, а этот стрейфанулся и забрал свое. Ну, это прям вообще аплодисменты, это скилл неимоверный. Хорош прям. Разминочку на победу. Все правильно, следующую также. Кто-то из нас должен корону забирать, иначе зачем мы все это делаем, правильно? Правильно, конечно. Опа, к нам присоединяется еще один наш зритель. И мы все в готовности. Опа. Кто-то отменил подбор, молодые люди. Давайте-ка не делайте этого. А мы продолжим. Так. Шине, верите. Все, все готовы. Запускаю. Тебя ждем. Раз, два, три. Я запускаю вообще, так что-то отменил. Все, отряд вообще самоубийц. Осуждаю, если что. Это кинофраншиза вообще-то. Летит к победочке. Все, мужчины. Должен кто-то из нас забирать по-любому корону. Или зря мы вообще все это делаем? Ну, я думаю, точно не ты, не я. В смысле не ты, не я? Если что, наш дух в этих людях будет. Он понял, ломай двери, головой влетай в них. И ломай за ВДВ. Никита написал, все доходим до финала. Все правильно. А как еще? Мы что, зря это дело делаем? Сейчас тыц. Пропускаем лучших вперед, они головой двери бьют. Мы видим, в какую идти. Тут, кстати, фейковые двери есть, Миш. Пон. Скамят меня. Не скамять. Я все, я не прошел. Ну ладно, я сражаюсь как лев. Опа. Прошел. Я не прошел. Ну, такое бывает, что теперь. Ну, что теперь? Буду смотреть, как вы будете проходить. Давайте, за меня там сделайте всех. Никита и Артем, давайте. Ну, и, собственно, Михаил. Ну, где твоя корона уже должна быть на тебе? Ну, Артем уже подписался. Ну, Никита Артем еще думает. Ну, изи топ-1. Сейчас Никита берет топ-1 и оформляет подписочку на канал. Изи, давайте. Все правильно. Бенц эхо, как наговорится. Шо? Что? Осуждаю. Все, Некит пишет, что оформлен фоллоу. Да, я ему уже сказал спасибо. Так, надо и мне сказать, я ему тоже скажу спасибо тебе, Некит. Смотрим за Артемом, за Некитом. Артем пробирается сквозь шары. Ну, успешно.
Ой-ой-ой, как Некит уже впереди. Некит, ну-ка. Так, и Некит приходит у нас первым. Дальше идет Миша впереди Артема. Так, Миша вышел вперед. Артем, 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 давай. Так, Артем тоже проходит. Все, отлично. Трое наших кавалеров прошли. Не, ну если корона будет не кого-то из вас, я даже не знаю, что делать. Хоть удаляй игру. Но вы должны ее выиграть. Это, короче, просто подкрутка против меня сыграла, что меня выкинуло. Ну, точно. Ну, в Стиме есть агенты Габена, а здесь агенты я не знаю кто, но это они меня начервили. Да не все до финала, вот, Никитос. Представляешь, меня выкинуло в первом раунде. Так, ну тут уже играли, Миш, расслабься. Все, изи финал. А не было ли это ошибкой, Миша? Надо переходить. А то там дай-дай взял. Ушел. Все. Все, я видел, как все. Продолжаем наблюдать за Никитой и Артемом. Их еще держат. Так, ну Никита и Артем пока справляются. Ай-яй-яй, опасно было у Артема. Ну, он на опыте. Смотри, в каких он доспехах. Ля-ля, куда ты бежишь? Артем, ты чего наделал? Да, Михаил приносит свои извинения, говорит, что у него дочка уснула. И поэтому он пока без микрофона, поэтому буду я голосом этой трансляции, наверное. Так, трое выбыли, все, остался Никита. Артем предпоследний выбыл из наших четверых львов. Все, это финал. Никита у нас в финале. А на мой YouTube есть ссылки у тебя? Нету? А надо бы добавить. Потому что что? Бакшиш ТВ. Опа, Никита говорит, что сейчас задаст жары на этой карте и возьмет корону себе в карман. Но это еще, кстати, не на корону. Как получается. Потому что еще много человек. Ну-ка, как себя Никита покажет на паркурщиках? Следим за этим львом. Как он проходит? Я бы уже 3 раза упал бы. Он просто пользуется тем, что двигают ему платформу и запрыгивает наверх. Как тут говорится, только смотри и учись, как он делает. Никита у нас не промах. Как говорится, одну корону он уже взял. Так, он запрыгивает, ему подвинули платформу. Впереди Сквидвард. Сквидварда надо обгонять, Никит. Не зря у тебя золотая шляпа. Так, 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 и опа, это первый это наш Никита. Посмотрим за его соперниками. Второй пришел у нас. Третий, мы наблюдаем за Сквидвардом, Сквидвард тоже прибежал. Сквидвард был 7-м и человек в розовой
шляпе. Не проходит. Вот он у нас вылетает. Так, Никит. Ты красавчик, и Миша тебе говорит, что ты красавчик. Давай. Давай, вот мы в тебя верим. Корона должна быть твоей. Опа, как ты говорил, это твой сигнатурный раунд. Давай, покажи нам все, что ты можешь. Эта корона должна быть твоей. Леди Кэмбат, ты нам уже показывал, как на нем играть. Поэтому мы все просто смотрим, смотрим на то, как ты будешь тут побеждать. Смотрим и запоминаем тактики. Пока все бегают, ломают лед, Никита у нас что делает? Стоит и выжидает. Он оставляет себе платформу для стрейфа. Смотрите, как надо. Он хаотично не бегает, спокойно. Стоит на месте, разрушает, следит за обстановкой. Пока там уже полполя пробили, он не ушел вообще с своего места. Вот это игрок. Вот это вот игрок. Все, ну все внимание на него. Сквидвар действует по такой же тактике. Но мы видели, как Никита с ними борется. Он их зажимает в угол и как бац ему. По его носу Сквидварда. Так, Никиту держат. Никита! Никита! Неужто Сквидвард выиграет? Нет, ну я не буду верить, что Сквидвард выиграет. Надо досмотреть уже это противостояние. Сквидвард победил. Ой. Ну, скажем, что он молодец. И все, кто играл, тоже молодцы.